se te curtam atrás rupam testa kajamui purim maturim goshva. Kripaya Sri Guru Tamnatos Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Lila Maya Vikraya He Mamadivyasari Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Прежде всего, я предлагаю мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз в лотосных стоп моего духовного учителя, моего горячо любимого Гурудева, Нитья Лила, Правишта Ом Вишну Пара, А что ты Рашаташи, Рупануга Ачарьи Варья, Шрила Бхактисиддханта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю мои поклоны тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего Парам Гурудева и всей нашей лучезарной Рупануга Гуру Парамбары. Также я предлагаю мои пранам Ананья Тридандика Пхагданни. Всем вайшнавам и вайшнаве. So yesterday, вчера we were discussing мы говорили about the self. О себе. Атме. And how
Мы говорили, что обусловленные души в этом мире имеют четыре дефекта, первым из которых является бхрама, тенденция пребывать в иллюзии. Можно выделить две основные иллюзии. Первая иллюзия – это неправильная идентификация себя. The actual self, того, кем мы на самом деле являемся, своим материальным эго. Это первое. А второй аспект этого дефекта – это иллюзия, неправильное понимание этого мира. Атма является кшетрагья, знающим поле. И в первую очередь она неправильно понимает поле. А во-вторых, она неправильно понимает поле. Тот опыт, который мы получаем в этом мире. Итак, сегодня мы перейдем к следующему аспекту. И мы продолжим рассматривать природу души. Джаматри Риши сказал: «Тата гьятритва кхатритва бхоктритва нижа дхармака параматмайка чейшатва субхава савадасвата». Итак, первым качеством дживы является гьятритва. Гьятритва. Она знает. Она осознает. Но она является не просто осознанием, Гьяна-марга. Если бы она была только осознанием, тогда она не могла бы иметь так много других качеств. Например, она не могла бы быть делателем, агентом, катритва, не могла бы быть бхоктритва, наслаждающимся. Также вчера мы обсуждали, что душа является премаспада. Премаспада. Who remembers what is премаспада? Кто помнит, что это такое? He is the seed of love. Это семя любви. Whatever love we Если have у нас for anything, есть хоть какая-то любовь к чему, мы это любим не из-за этой вещи самой по себе. Причиной этой любви является атма. Why is the атма Почему the же атма является премаспада? Because параматма. Из-за параматмы. So the natural Естественным объектом любви для каждого является your car, не ваша машина, not your shoes, не ваши туфли, not your family members even. И даже не ваши члены семьи, not even your body. Даже не ваше тело. To a certain degree, На определенной yourself, степени вы сами являетесь объектом. The cause of all Но affection причина всех привязанностей – That the self то «я» внутри вашего «я», которое является параматма, высшее «я». Шри Кришна проиллюстрировал это. Есть очень красивая лила, когда Брамаджи, Господь Брахма, пытался украсть пастушков и телят. Тогда Шри Кришна проявил много форм и стал всеми мальчиками и всеми телятами. Шри Кришна играл таким образом в течение года, инкогнито. Никто не узнавал его, даже Баларама. Однажды Кришна и его друзья, пастушки и телята, также известные как Кришна, они гуляли около холма Говардан. Это все был Кришна. На вершине холма были взрослые пастухи с коровами. И когда коровы увидели телят в подножии холма, даже несмотря на то, что эти телята уже выросли, и у коров уже родились новые телята, обычно коровы больше привязаны к молодым телятам. Но они проявили большую привязанность и любовь к старшим телятам. Взрослые пастухи пытались управлять коровами с помощью палок, но они не могли ничего сделать. Коровы побежали вниз по холму и напоили молоком этих телят. Пастухи рассердились на мальчиков, они привели все стадо сюда на холм, а сейчас все молоко выпивали старшие телята. Пастухи побежали вниз по холму, чтобы упрекнуть своих сыновей. Но когда они увидели своих сыновей, они забыли обо всем. И просто начали обнимать их, слезы текли у них из глаз, не нюхали волосы своих сыновей и были в экстазе. Баларам наблюдал за всем этим.
И он подумал, что же это? Как же так вышло, что коровы больше любят своих старших телят, которые выросли, чем новорожденных? Это совсем необычно. И как же так произошло, что пастухи проявляют такую любовь к своим сыновьям, какую они обычно проявляют к Кришне, потому что во Врадже они больше любят Кришну, чем своих сыновей, и чем кого бы то ни было. Как же это возможно? Тогда Баларам, по желанию Шри Кришны, Бога Майя, которая скрывала от Баларама знания о том, кем же являются все эти мальчики и телята, открыл ему знание. И он все понял. О, Каная! Все эти мальчики и все эти телята — это все ты. Что показывает нам эта лила? По этому поводу Шукадев Госвами говорит. Priyatama swatma sarvesham api dehinam tadartam eva sakalam jagat etat characharam. The meaning is. Это означает. It is only. Только. For the satisfaction of для удовлетворения себя. That a person is living. Человек живет. And his его true object of love, истинным объектом любви, to which really attached, к которому он очень привязан, является суть самого себя, или Господь в его сердце. So yesterday, вчера we discussed this мы subject of рассматривали God, такой предмет, как Гьяттва, что душа является знающим, что она свазмай, своям прокаш. Good test. What does it mean? Быстрый тест. Что это означает? Свазмай, своям прокаш. Поднимите руку. Yes. Да, душа может освещать себя. Она осознает себя. Which part is which? Да, но что является чем? Что значит своем прокаш? Своям прокаш означает, что она самосветящаяся, как свеча. Свеча освещает себя для других и освещает другие вещи. Это называется своям прокаш. А свазмай — это значит сам по себе. Свеча не осознает себя и все вещи, которые она освещает. А душа осознает себя, а также осознает те вещи, которые она освещает. Это называется свасмай своям прокаш. Когда мы говорим, что джива является гьятритвой, знающим, слово гьяна имеет три значения. Кто помнит эти три значения? Я вижу, что вы очень глубоко размышляли про нашу вчерашнюю лекцию. Поэтому, когда вы услышали лекцию, вы должны пойти и попытаться, знаете, как хомяк, у него рот набит, но он ничего не проглотил. Вам нужно пойти и переварить все это. А если вы просто пойдете посидеть в саду, покушаете пиццу, пошутите, все просто испарится. Этот человек несерьезно настроен к обучению. Шротриям услышать означает услышать и сохранить в своем сердце. Not in one ear. А не чтобы влетело в одно ухо и вылетело из другого. So, who remembers? Так кто помнит? Don't you have a go? Yes. One is the So the first meaning of Gyan is only. Итак, первое значение Гьяны — это осознание. That is. То есть субъективное восприятие, осознавание без содержимого. Второе значение
содержимое, которое открывается знающему человеку. К примеру, если вы видите дерево, у вас есть знание о дереве. Это знание внешних объектов раскрывается субъекту. Первое — это только осознание субъекта, осознание себя без содержимого и без объекта, просто само осознание. Майявади считает, что это единственное значение гьяны. Следующее значение — содержание знания, которое раскрывается знающим. Это объектное знание, содержание, которое раскрывается знанием. А третье значение — субстрат, материал сознания. Душа обладает знанием, это означает, что она является субстанцией, которая сознательна и которая имеет качество знания, сознания. Например, сахар — это субстанция, вещество. Оно имеет, его признаком является сладость. Атма — это вещество. Чем является атма? Гьяной. Гьяна здесь означает сознание. А также у атмы есть осознанность как качество. То есть гьяна в рити может распространяться за пределы атмы. Трансформироваться в объекты, которые атма знает. Подумайте об этом внимательно. Это не так сложно. Просто внимательно это обдумайте. Кришна сказал в Бхагавад-гите, что атма неизменна. Если вы неизменны и вы осознаны, то как вы можете осознавать разные вещи? То, что сейчас утро, затем полдень, день. Ваше сознание меняется. Сознание должно трансформироваться, чтобы подстроиться под движение его содержимого. Вы понимаете? Как магнит. У него есть сила, которая выходит за его пределы, и она может передвигать металлическую структуру. Джива является гьяной. Она является веществом, из которого состоит гьяна. Его субстрат, материал. Также гьяна является одной из его характеристик. Гьяна в рити. И сознание атмы может распространяться за ее пределы. Может трансформироваться, чтобы подстраиваться под разное содержание и транслировать это душе. Вы понимаете? Итак, просто чистое сознание — это первое значение. Второе значение — это содержание, которое открывается душе. Итак, первое — это субъект. Второе — это его знание в форме объективного знания. А третье — это сама душа, которая является субстратом, основой сознания, а знание является ее качеством, для которой характерно знание. Это понятно? Вы понимаете? Итак, душа неизменна. Она не меняется. Если душа является сознанием, чтобы воспринимать, что другие вещи меняются, что-то внутри вас должно тоже меняться. Вы понимаете? Итак, по этой причине мы цитировали вчера стих из Шримад Бхагаватам, 11 песни. Несмотря на то, что джива состоит из осознанности и является неизменной, но она претерпевает движение времени. Это означает, что сама джива как сознание не меняется, но гьяна в рити, которая выходит из души за ее пределы, она трансформируется, чтобы транслировать дживе, что происходит вокруг нее. Нет, душа не меняется. Yes. Question? Есть ли вопросы? Analogy of sugar. So what is the certain level of sugar awareness?
Well, the analogy does not аналогия с сахаром полностью неприменима к душе, потому что сахар не имеет сознания. Это может быть применено только в отношении сознания. Аналогия с сахаром была приведена, чтобы показать разницу между субстратом, основой и его качеством. Основой сладости является сахар, а его атрибутом является сладость. Аналогичным образом, третьим значением слова «гьяна» является субстрат, основа. Душа является основой, субстратом сознания. И также сознание является ее атрибутом. Сознание может выходить за его пределы и трансформироваться, чтобы транслировать объекты к субъекту. Потому что объекты меняются, а субъект не меняется. Это важно понимать, потому что душа не меняется. Но ее атрибут, характеристик, гьяна в качестве ее характеристик, гьяна вритти, простирается за ее пределы, читту. И там в читте есть затемненная область читты, которая наполнена многими-многими самскарами, впечатлениями. Это тамасичная часть читты. И как она называется? Аханкара, ложное эго. When you're asleep, когда вы спите, эго dissolved. Эго растворяется, а когда вы просыпаетесь, эго снова активируется. В пробужденном состоянии душа, которая имеет аханкару, ощущение своего собственного «я», ее гьяна вритти охватывает ощущение «я», материальное эго. И теперь джива ассоциирует себя с материальным эго. Почему? Потому что это материальное эго обеспечивает его Бог, наслаждение материальным существованием. Таким образом, мы активно себя идентифицируем с материальным эго, и это является оскорблением святого имени. Когда человек услышал от Шри Гуру о славе святого имени и все татвы, джива татва, майя татва, все эти вещи, если человек будет продолжать идентифицировать себя со своим внешним эго, то он совершает оскорбление святого имени, и ему нужно это срочно прекратить. Почему, когда мы воспеваем, мы прерываемся, и мы невнимательно воспеваем? Потому что мы продолжаем идентифицировать себя с материальным эго. А в нем так много самскар. По этой причине к нам приходят все эти желания. Если человек воспевает святое имя, но при этом он продолжает ассоциировать себя с материальным эго, это десятое оскорбление святого имени. Тогда нам Прабху не проявит свою прекрасную форму, качество и свои лилы. Вчера мы говорили про гьятритву. Теперь мы подходим к следующему аспекту дживы. Катритва. Джива является делателем. Это означает, что она инициирует все действия. Now, in Bhagavad-gita, в Бхагавад-гите, вероятно, вы об этом знаете, Шри Кришна сказал: Криямани, гунае кармани сарвасаха, ханкара вимудатма картаамити маньяте. Душа, введенная в заблуждение влиянием аханкары, ложного эго, думает, что он является карта, делателем, что он совершает действия, а на самом деле они совершаются тремя гунами, которые являются качествами прокрити, материальной энергии. Человек может подумать, что здесь Кришна говорит, что джива не является делателем. Но Джиматри Риши говорит, катритва, джива является делателем. Каким же является ответ? Совершает ли душа действие или не совершает? Обычно наши ачарьи, учителя, так как мы следуем Веданте Сутре Вьясадева, Шримад Бхагаватам является объяснением этой сутры. В Веданта Сутре 4 главы, и во второй главе
comparison есть сравнение Веданты и Саддаршан, шести классических систем ведической философии. Существует также сравнение с материализмом Чарвака Муни, также с джайнизмом и четырьмя типами буддизма. Важно, что во второй главе выводы Веданты делаются на основе сравнения и противопоставления их со всеми этими альтернативными учениями. Вы понимаете? Санкхья Даршане говорит, что да, джива, душа, обладает сознанием, и она индивидуальна, и существует множество джив. Но джива не является делателем. Только когда она находится в контакте с Пракрити, материальной энергией, то Пракрити все делает. А джива не является картой делателем. Поэтому Джамадри Риши говорит, нет, картрита. Джива является делателем. А человек, который следует философии Санки, мог бы привести следующий стих Бхагавад-гиты. Если кто-то думает, что он является делателем, тогда Мудатма, он находится в иллюзии из-за аханкары своего ложного эго. Кто-то мог бы сказать так. В ответ на это мы можем сказать, нет, на самом деле этот стих не говорит, что джива не имеет картритва, что она не является делателем. Это не то, о чем он говорит. Он говорит о том, что человек думает, что он является делателем, что он совершает те действия, которые совершаются на Прагрити. В этом разница. Это понятно? Во-первых, душа думает. Это тоже деятельность. Таким образом, сам стих говорит, что душа является делателем, потому что она думает. Маньятэй. Она думает, я делатель. Поэтому я говорил, что когда вы себя идентифицируете с эго, это тоже деятельность. Но вместо того, чтобы думать, я душа, атма, которая может действовать посредством желаний, она думает, я делаю все эти действия, которые производит мое физическое тело и мои чувства. Этот стих не говорит, что атма не является делателем. Говорит о том, что атма не совершает те действия, которые совершает Прагрити. Материальная энергия. Это понятно? Атма совершает действие помещения своей самоидентификации в материальное эго. Она совершает это. Картхам ити маньяте. Она думает, размышляет. Я то, чего на самом деле здесь нет. Но теперь атма идентифицирует себя с этим действием, хотя Прагрити совершает все действия. В Веданта Сутре, стих 2.3.31, сказано, это означает, что джива является карта, то есть является делателем. Why? Почему? Шастра-арта, из-за шастра арта. The meaning of the scripture. Значение священного писания. So this means that и это значение следующее. Would have no meaning if the писания не имели бы никакого значения, если бы джива не была делателем карты. Потому что Прагрити, материальная энергия, мертва. Она джад, инертна. И если бы Писания обращались к физической энергии и говорили, не делай этого, не делай того, тогда в чем смысл? А если Писания говорят душе, не делай этого, а душа ничего делать не может, то тоже в чем смысл? Вы понимаете? Писания говорят, дармачара, выполняй свои обязанности, саптьямбада, говори правду. Но если душа, то сознание не является делателем, тогда кому обращены инструкции этих священных писаний? Что делать? А если способность действовать относится только к материальной энергии, а материальная энергия не сознательна, а чар, тогда зачем к ней обращаться? В шастрах есть утверждения, такие как
Пусть человек, который желает наслаждаться небесами, раем, совершает жертвоприношение. Но если тот человек, которому говорится совершать жертвоприношение, будет не тем, кто будет получать плоды этих жертвоприношений, тогда веды не имели бы смысла. Веданта Сутри говорится, Джива является картой, действующей. Иначе предписания священных писаний не имели бы смысла. Теперь вопрос следующий. Если джива является картой, имеет ли она свободную волю, чтобы действовать? Это очень большой вопрос, с которым сталкиваются люди. Они думают, о, этот мир полон страданий. Тогда, наверное, Бога нет. Потому что если Бог есть, то Он должен быть хорошим, добрым. А мир полон страданий. Если существует Бог, значит, Он разрешает всему этому страданию происходить. Тогда Он не может быть добрым. Почему бы Бог заставил бы всех страдать в этом мире? Поэтому я не верю в Бога, потому что не может существовать осознанный, любящий, добрый, все превосходящее, всемогущая личность. Это никак не вяжется с миром полным людских страданий. И тогда люди говорят, нет, Бога не существует. Или же, если они принимают, что Бог существует, тогда для них очень сложно принять концепцию невинного страдания, что невинные люди страдают. С этим очень тяжело примириться. И тогда некоторые религии предлагают следующее решение. Они говорят, Бог не виноват в том, что люди страдают. Люди страдают, потому что это их карма. И не существует невинного страдания, потому что все, кто страдает, это из-за того, что они сами что-то совершили, и это вернулось к ним. Поэтому не вините Бога в своих страданиях. Каждый сам в ответе за свои страдания из-за кармы. Тогда у человека возникает следующий вопрос. Подождите. Если все происходит в соответствии с нашей кармой, все предопределено заранее, заранее известно судьба, все фатально, не существует свободной воли, мы просто застряли в этой бесконечной цепи кармы. Сейчас я даю примеры, как обычный человек пытается понять жизнь. И на каждом шагу у них возникают такие сложные проблемы. Еще одна головоломка, которую сами они разрешить не могут. Майя как паутина, в ней очень легко запутаться. Итак, нам нужно разрешить эти загадки. Писания говорят нам, дают ответы на эти вопросы. Есть ли у нас свободная воля и независимость или нет? И ответ таков. Да и нет. It's a little bit. Тут есть некоторые нюансы. Давайте так скажем. The material energy. Материальная энергия is under the control of the Supreme. Находится под контролем Верховного Господа. Maya takshena prakriti surte satarach. Nothing can move. Ничто не может даже пошевелиться без его разрешения. And the spiritual energy. А духовная энергия также находится под его контролем и служит ему в соответствии с его волей. А джива, татаста шакти, может находиться под влиянием одной энергии или другой. То есть под влиянием какой энергии ни находилась бы джива, она всегда подчиняется воле Бога. И его воля определяет, какой энергии вы будете подчинены. Видите? У Дживы есть выбор, у нее есть воля. У него есть своя собственная свободная воля, но она не всегда может быть полностью проявлена в обусловленном состоянии. Далее мы более подробно это выясним.
Итак, прежде всего, духовная энергия действует в соответствии с волей Бога. И материальная энергия всегда действует в соответствии с Его волей. А джива наделена свободной волей решить, идти ли ей этим путем в Майю, или этим путем, или же принять прибежище у лотосных стоп Кришны. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда джива находится в этом материальном мире. У нее есть свободная воля, но она обусловлена в соответствии со степенью невежества джива. До такой степени он будет полностью контролироваться гунами. У вас у всех есть выбор. Вы можете поднять стандарт своей жизни и сознания до саттва гуны. В Бхагавад-гите, 18 главе, тексте 14, Шри Кришна описывает 5 факторов действия. Адистханам татаката карнам ча притак видам вивидас ча притак часта дайвам чайва трупанчамам. Шри Кришна здесь объясняет, чтобы карма и какая-то деятельность имело место, нужны 5 вещей. Адистханам means Адиштханам означает тело. If the soul does not have a body, если душа не имеет тела, она не может действовать. Вам нужно иметь или материальное тело, и посредством этого тела вы можете действовать. Или вам нужно духовное тело, и посредством духовного тела вы можете действовать. А если душа гипотетически не имеет тела, тогда ее свойства, картритва и бхоктритва, то, что душа является делателем и наслаждающимся, только потенциально к ней относились. А когда у души есть материальное тело, она может проявить свою способность действовать и наслаждаться. И также, если у нее есть духовное тело, она тоже может проявить эти способности. Что касается гьятритва, без тела, если джива пребывает в брамане, она может испытывать только субъективное осознание без содержания. Это первое значение слова «гьяна». Но чтобы испытать другие два значения, тогда ей нужно материальное или духовное тело. Итак, во-первых, адиштхана, первый фактор действия – это место. И в этом контексте это означает иметь физическое тело. Затем татхакарта. Следующим фактором действия является карта. Карта обычно означает делателя. Но в этом контексте это слово означает иметь аханкару. Материальное эго, в котором заложено осознание делателя, картритва и сознание души. Без присутствия души даже эго не может ничего сделать. Таким образом, у души есть духовное эго, и оно вкладывает в него материальное эго. Таким образом, здесь слово «карта» означает материальное эго, в которое вложено сознание и способность действовать души. Это карта. Следующая, третья причина. Каранам. Каранам означает чувства. Чтобы действовать, необходимы чувства. Это включает и ум. В Бхагавад-гите Кришна сказал: «Дживалоке, дживабута санатана, манаха шастрани индриани, пракрити стани каршати». Это очень глубокий стих. Сначала Кришна сказал, джива является моей вечной отделенной частью, ангса или нанса. И во второй части он говорит, и душа является пракрити стхани каршати. Так как душа находится в материальной энергии пракрити, каршатри, она притягивает к себе мана шастрани индриани, 6 органов чувств, ум, а также зрение, слух, осязание
вкус и запах. Эти пять. So, здесь тоже Кришна говорит, что джива является делающим. Почему? Каршати. Это активный глагол. Джива притягивает к себе, как магнит притягивает к себе металлическую ткань. Таким образом, джива по своей воле каршати притягивает к себе ум и чувства. И посредством них она действует в этом мире. Пратак-видам означает разные типы. Существуют разные виды чувств. Затем виды с чакры так-шешта. Четвертый фактор действия – это разные устремления. Здесь на самом деле имеется в виду прана. Prana. Без праны вы не можете двигаться, потому что прана – это изначальное явление крия-шакти, материальной энергии. Сначала появилась читта, потом появляется раджас, затем читта начинает конденсироваться и становится сутта-таттва. И это самая главная прана – мукья-прана. И эта прана побуждает все двигаться. И она делится. Притак. Разделяется на прану, апан, виану, саману, удан. Пять типов праны. И начинает двигаться в читте и по всей чакральной системе. Через все 72 тысячи нади, энергетических каналов. Итак, это четвертый фактор действия. Прана. Без праны не существует крия, активности. Пятый фактор. И пятым фактором здесь является дайвам. Это означает параматма. Here дайва means параматма. Super soul. So, итак, когда присутствуют эти пять факторов, действие может произойти. Без этого вы не можете действовать. Важно понимать, что последним является параматма. Она все разрешает. В главе 13, стихи 23 Бхагавад-гите. Упадраста упаманта ча барта бхокта махешвара параматме эти чаптутто деисмин пуруша пара. Рассказав про душу, Кришна сказал, «Дейхисмин Пурушампара». В этом теле есть еще один наслаждающийся. «Дейхисмин Пурушампара». Существует не только один наслаждающийся Пуруш, душа, но есть еще один наслаждающийся, который живет в этом теле. Кто же это? Параматмейти Чапьюкто. Это Параматма. И какая ее роль? Упадрашта. Означает, что она является шакши, наблюдающей. Она наблюдает, но она не вовлекается. Параматма просто наблюдает, но она также является анумана. Упадрашта анумана. Это означает, что она позволяет. Если параматма не позволит чему-то произойти, то оно не произойдет. Потому что она является васту, основой всего, что существует. Это настоящая действительность. В начале Бхагаватам Шрила Вьясадева сказал, Шримад Бхагаватам открывает то, что должно быть известно. Истинную основу бытия. Истинная основа действительности везде. Это только параматма. И зная это, узнать, увидеть параматму везде, это очень благоприятно, потому что это с корнем вырывает тапа-драй, все три причины страдания в материальном мире. Пока человек не узнает, пока он не увидит Верховного Господа везде, он должен пройти через эти три вида страданий.
Итак, есть только один способ вырвать с корнем все тяготы материального существования. Это познать васту, истинную основу действительности, параматму. Это пять факторов действия. Если у нас есть ситуация, когда... Давайте рассмотрим разные ситуации. Обусловленное живое существо, которое находится полностью в невежестве, потенциально имеет свободную волю, но она не проявлена. Потому что он не знает никакой альтернативы чувственному наслаждению. Он пребывает в полном невежестве, и он думает, что я могу поесть. Он только ест, спит, совокупляется и защищается. Он ничего понять не может. А кто-то, кто находится в гуне страсти, очень страстный, но они могут встретить саду святого. И даже те, кто находится в гуне невежества, могут встретить саду. Хотя не полностью в невежестве. Должна быть хоть какая-то доля раджаса, чтобы они могли встать с кровати и двигаться. Итак, если кто-то встретит саду, и садху скажет, ты душа, и ты слуга Бога. Теперь у него есть выбор. Что мне делать? Служить себе или пытаться служить Богу? Но когда он очень обусловлен, то очень сложно служить Богу. Потому что все органы чувств говорят, не делай это преданное служение. Совершай карму в этом мире. Ум все время гудит от мыслей. Я хочу делать что-то, то, что принесет что-то для меня. Деятельность, которая принесет вознаграждение. Это гуна страсти. Я буду действовать только если я могу получить что-то для себя. Кому нужно это преданное служение? Я пошел в храм, помыл пол. Я порезал овощи, помыл горшки. И в конце концов, я ничего не получил, потому что бхакти агойтуки, оно совершается без какой-либо причины, не ради какой-то цели, а чтобы доставить удовольствие Кришне. А раджастичный, страстный ум, который тоже ищет награды, не хочет заниматься бхакти, потому что страстный ум не будет ничего делать, если в этом не будет какой-то награды для того, что он считает своим неприходящим «я», которое на самом деле им не является, это просто материальное эго. Итак, в бхакти, что же вы можете получить от этой деятельности? Тот, кто сильно подвержен гуне страсти, не будет заниматься преданным служением. Они будут использовать любой предлог, чтобы избежать их. Даже если они нанесут тилаку, у них будет кантимала и четки, и они будут сидеть и делать вид, что они повторяют Харе Кришна, Харе Кришна, но будут при этом думать о своих мирских делах. Потому что они просто не могут подумать. Вот я сейчас буду воспевать святые имена, просто чтобы доставить Кришне удовольствие. И все. Но если они об этом услышат, и у них есть соответствующее общение, у них появляется выбор. Но для них это сложно. Как степень погруженности души в раджас, а это является авидья вритти майя, отступает. Та степень, в которой душа подвержена садху, а это видья вритти майя, до этой степени у человека появляется больше свободы делать выбор. По крайней мере, сатвичный, благостный человек, его чувства не доставляют ему беспокойства, пока они вовлечены в преданное служение. Итак, практикуя бхакти, человек поднимается. Когда человек практикует бхакти, постепенно тамас отступает, раджас отступает, похоть, гнев, жадность постепенно уходят, человек все больше погружается в сатвагу, и затем в сатвичной чинте он начинает осознавать вишудха сатва сварупу, отражение вишудха сатва сварупы Кришны на своей сатвичной чинте. Итак, теперь человек может выражать свою независимость. Now,
So we have discussed мы обсудили the с вами nuances of различные нюансы гьятритвы. We have just discussed the various nuances мы только что of обсудили разные нюансы картритва, то, что джива является делателем. Теперь мы подходим к теме бхоктритва. Джива является наслаждающимся. Бхагавад-гита. В Бхагавад-гите 13:21. Кришна сказал: Карья карна картритве хейту пракрити учате. Пуруша сука дуканам бхоктритве хейту учате. В этом стихе упоминается бхоктритва. So the meaning is this. Значение следующее. Пракрити. Пракрити. Хейту пракрити учате. Хейту пракрити учате. Пракрити называется причиной кария. В этом контексте это означает физическое тело. Карана – органы чувств, картитвей. Здесь означает материальное эго, которое инициирует мирскую деятельность. Итак, пракрити – это причина, по которой существует тело, чувства, материальное эго, которое дает ощущение себя, и в которое вложена энергия души, теперь инициирует все мирские активности в соответствии с кармой. Ну, пуруша сука дуканам бог тритве учете. Но пуруша назван причиной хейту, бог тритве, наслаждением. Of what? Наслаждение чем? Бхоктритва. Опыт сук и дук. Счастье и страдание. Now, deliberate on this very deeply. Подумайте об этом очень глубоко. We discussed yesterday, вчера мы обсудили одно из качеств атмы, которым является читанандатмака. Душа преисполнена радостью. That means это означает, духа прати йогита, совсем нет никакого страдания в душе. Когда мы получаем опыт общения с нашей душой, хотя бы на какой-то момент, например, это происходит с нами в глубоком сне, мы просыпаемся в полной силе. Вчера мы приводили и другие примеры. So, happiness and distress. Счастье и страдание не в душе, потому что материальное счастье и страдание всегда связаны. Даже если мы испытываем материальное счастье, то все равно будет доля страдания. А страдание – это в основном страдание. Таким образом, существуют сук и дук, но они все в этом мире перемешаны. Это счастье и страдание вообще-то не в дживе, они в уме. If you're feeling any distress or anything, если вы чувствуете какое-то страдание или что-то еще, это не вы. So you can look and вы можете посмотреть и сказать, о, все страдают. Но на самом деле в атмах нет никакого страдания. Оно только в уме. В атме нет страдания. But because the atma, но, by his поскольку благодаря своей гьян-дрити атма вкладывает свое ощущение себя в тонкое тело, а тонкое тело сжимается и растягивается, то душа думает, я страдаю, и я наслаждаюсь. На самом деле нет. Душа не меняется, и она не испытывает. Она не является тем местом, где находятся сук и дук, счастье и страдание. Слово «ка» означает «акаш», пространство. Означает красивое, хорошее пространство означает, что читта расширяется. Сука расширяется в пространстве. Когда вы чувствуете себя счастливым, вы чувствуете, будто ваш ум расширяется в пространстве. Это улас, расширение вашего сознания. Когда вы страдаете, ваш ум сжимается. Ду означает плохой или негативный. Дука означает, что читта сжимается в пространстве. Итак, счастье и несчастье – это просто сжатие и расширение читты.
Вот и все. Это иллюзия материального мира, что мы ищем счастье и пытаемся избегать несчастья. Но то, что мы считаем счастьем и несчастьем, это всего-навсего сокращение или расширение чит. Итак, сукха – хорошее пространство, дукха – плохое. Но Пуруша является причиной наслаждения и страдания. Почему? Потому что по своей воле он вкладывает свое ощущение «я» в тонкое тело, в ахамкару. И вследствие этого Кришна говорит здесь, что душа является причиной того, что она наслаждается и испытывает счастье и несчастье в этом мире. So in conclusion, в заключении, душа имеет эти три качества. Она является знающим, делающим и наслаждающимся. Когда человек услышал это татхагьяну из лотосных уст Шри Гуру, он не должен увлекаться в счастье и несчастье. Перепады настроения. Сегодня у меня не самый хороший день. Человек не должен жаловаться, обвинять других людей, критиковать, быть несчастным. Больше никаких проблем. Это то, для чего мы слушаем татхагьяну. Услышав это знание, человек освободится, хотя атма уже и так свободна от всех проблем. И лишь только по причине невежества, что происходит? Человек все время говорит: «О, эта проблема, та проблема». Это признак того человека, который слышал. Помните, с чего мы начали класс вчера? Арджуна сказал: «Хита дхитхим прабашита», как тот, чье сознание зафиксировано, кто пребывает в самадхи, как он разговаривает. И Кришна сказал: как он говорит? В этой жизни всегда есть какие-то беспокойства. И если человек получает что-то хорошее или плохое, он не винит других, не критикует и не хвалит обстоятельства в его жизни. Это был ответ Кришны на вопрос, как человек, который является стхи-тхи, разговаривает. Это является барометром, с помощью которого мы можем в нашей жизни измерить, услышал ли я послание Вед с лотосных уст Шри Гуру? Итак, кто услышал Шротриям, станет Брахманишем, утвердится в преданном служении Шри Кришне. Итак, с сегодняшнего дня никаких проблем. Если вы придете ко мне с какими-то проблемами, я скажу: «Вы что, не слушали?» Now, теперь let's touch on the next two lines of this. Давайте разберем две строчки этого стиха. Парамат майка шейшатва субава савадасвата. Джива, свабава сарвата, всегда располагается в своей собственной природе. И она является парамат майка шешатва. Душа является парикаром, спутником параматмы. Подобно тому, как Кришна во Вриндаване имеет своих спутников. Господь Нараяна на Вайкунтхе имеет своих спутников там. Итак, в Шришти Лиле, Лиле творения, Лиле, которая является параматмой, угадайте, кто ее спутники? Это вы.
Дживы являются спутниками Параматмы. Вож Вишти Лили, Лили творения. Также в Бхакти Сандхарпхе в начале Шрила Джива Госвами сказал, Параматма Вайбава, Джива является Вайбава, то есть проявлением славы Параматма. Это кем мы являемся. Итак, Парамат Майка Шейшатва. Мы спутники Параматмы. That has many implications. Из этого следует много выводов. For example, например, the Paramatma. Параматма. Кридакишай Вишну. Кридакишай Вишну. Is he in Галока Вриндаван? Он находится на Галока Вриндаване? So, being as your, his associate, итак, будучи его спутником в этой лиге, have you ever been in Галока Вриндаван? Вы были когда-нибудь на Галока Вриндаване? Нет. Некоторые люди говорят, что дживы падают из духовного мира, но в шастрах говорится, Параматма Эйка Шейшатва, что дживы является осознанным существом, и она проявляется как спутник Параматмы. Мы находимся в Шришти Лили. Мы никогда не были на Галока Вриндаване, но у нас есть возможность, благодаря Саду Санке, развить чистое бхакти и получить очень красивую духовную трансцендентную форму в вечных лилах Рады и Кришны по милости Чайтани Махапрабху и его парампары. Итак, у нас еще есть время. А теперь весь стих целиком. Весь текст до последних строчек. So now, итак, we have completed for today the сегодня мы завершили обсуждение первого аспекта Брахмы. Иллюзии, которая связана с нашей самоидентификацией. Теперь мы подходим к теме, мы являемся кетрагьян, знающими поле. А теперь мы подошли к теме храма, иллюзии, относительно поля, того, что мы воспринимаем. Мира. Это поразительное объяснение, которое нам дает Нарада Муни, Шримад Бхагаватам, в 7 песне, 15 главе, под заголовком «Наставление для цивилизованных людей». Итак, вы все очень цивилизованные люди. И это инструкции для вас. Здесь Нарада Муни полностью разрушает телесную концепцию. Здесь он акцентирует внимание на очень важной ошибке в том, как мы воспринимаем мир, или в том, что мы не видим, не ощущаем Параматму во всем и везде. So let's look at the first. Давайте рассмотрим первый стих. Абадитопи я басо, ята васту тая смертаха, дуркататвад айндриякам, тадвад арта викалупитам. So the meaning is that. Итак, значение следующее. Подобно тому, как отражение is envisioned. Воспринимается как независимый объект, несмотря на тот факт, что логически это абсолютно неверно. Таким же образом, объекты этого мира, которые воспринимаются нашими чувствами, нам только видятся
отдельной независимой реальности. Что это означает? Например, если кто-то посветит на стену в какой-то форме, тогда ребенок может посмотреть на это, кто-то у кого Балия Будхи, детское сознание, и скажет: «О, там есть что-то на стене». Вообще-то, то, что он видит, существует, но оно не существует отдельно от источника света. Но ребенок смотрит на движение теней или на форму на стене и думает, что это и есть реальность. Итак, Бхагаватам является вечным священным писанием. Оно было записано 5000 лет назад. Но спустя века после этого Сократ дал такие же инструкции, наставления Платону. Это очень известный миф о пещере Платона, о том, что в пещере были пленники, которые были прикованы цепями в темной пещере. И они смотрели на стену, и за ними был свет. И когда что-то двигалось перед этим светом, то тени на стене двигались. Они смотрели на это и не видели ничего, кроме этих теней. И они думали, что эти тени являются действительностью. И затем однажды кто-то сбежал и вышел наружу из этой пещеры. Увидел настоящий мир, вернулся обратно и рассказал людям в пещере: «Это не настоящий мир. Я сниму ваши цепи, давайте выйдем наружу». А они ему сказали: «Ты сумасшедший. Должно быть, ты сошел с ума. Оставь нас. Этот мир теней, который мы видим, настоящий. Мы не можем снять эти цепи. Как же мы встанем?» Итак, люди, которые видели правду, они понимают. А те, кто не видели правду, они думают, что те, кто видел правду, сумасшедшие и преследуют. Поэтому в духовной жизни так много мучеников. Харидаса Такура избивали на стольких рынках. Иисус Христос претерпел столько страданий. Так много святых было убито. Итак, это очень хорошо известный пример пещеры Платона. Но откуда пришла эта идея? Из Шримад Бхагаватам. Это описано здесь. Хиабасо. Хиабасо. Абас означает отражение. Ята васту тая смрита. Смрита. Ята васту тая смрита. Смрита означает то, что человек в своем уме думает, что отражение является отдельным объектом. И то, что этот объект независим. То, что он существует сам по себе и не зависит, например, от источника света, который является причиной его существования. Здесь сказано «татва». Таким же образом. Извините, давайте вернемся к слову абадита. Абадитаха означает тарка-вирода. 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 Это тарка-вирода. Противоречит логике. Абадитопи-абиасо. Несмотря на то, что это противоречит логике, что отражение существует независимо от того предмета, который оно отражает, и то, что оно является независимым объектом, даже несмотря на то, что это противоречит логике, все же Васту-тая-смритаха. Тот, у кого сознание на уровне ребенка, увидит, что это отражение не является независимым и не существует само по себе. Итак, как это относится к нам, тем, кто живет в этом мире? Татва, таким же образом, андриякам, объекты чувств, те вещи, которые мы видим вокруг себя в этом мире. Арка-викалпитам. Викалпитам означает, что это воображаемое. То, что они арка. Что они настоящие васту. Ценные, независимые, существующие сами по себе явления. Дурка-татвад. Даже несмотря на то, что невозможно доказать, вы не можете логически доказать, что что-либо в этом мире существует само по себе. Это значение этого стиха.
Итак, теперь. Let's apply this. Now, теперь давайте посмотрим, как это можно применить. Нарада Муни покажет, как это можно применить в следующем стихе. Читяди нами хатанам чая на катамапихи на сангато викарупи на притан нам битом рша. In the previous verse, в предыдущем стихе говорилось «дургататва». Невозможно логически доказать, что что-то существует само по себе, и оно независимо, является индивидуально и существующей самой по себе. С помощью логики нельзя сделать такое. Но мы думаем таким образом постоянно. Например, если у вас есть что-либо, например, деревянная подставка для книги. И она стоит на столе. Это васту. Разве это не настоящий объект? Она кажется таковым. Мы делаем это по нашей природе. Все делают это, не думая. В этом стихе, во второй строке, мы видим слово «чая». «Чая» означает... Первое значение — это тень. Но здесь это означает ментальное представление, представление в уме. Другими словами, когда вы что-то видите, то в вашем уме возникает ментальное представление об этом предмете. И эта концепция в уме существует сама по себе. Где Бог? Нет никакого Бога. Где доказательства того, что Он существует? Все просто существует само по себе. Стол, стул, бутылка. Вы понимаете? Вы понимаете, у вас просто в уме существует чая. Ментальное представление каждого объекта. Они существуют сами по себе. Никто это не делает. Но это факт. Подобно тому, как кто-то играет музыку на скрипке, вы слышите музыку, но когда они прекращают играть на скрипке, то и музыка исчезает. Итак, существование — это музыка Бога. Если Бог не был бы во всем, что существует, в каждый момент времени нас бы с вами не было. Но у нас есть чая, ментальное представление, что эта бутылка, этот стол, существуют независимо, сами по себе. И тогда у людей возникает вопрос, а где же Бог? Есть вообще Бог? В предыдущем стихе Нарад Риши сказал, «Дургататва, вы не можете логично доказать, что все просто существует само по себе, независимо от его компонентов, от своих составных элементов. Следовательно, эта идея сама по себе, Брахм, большая ошибка, это иллюзия. В этом стихе Нарад Риши объяснит, почему вы логически не можете доказать, что что-либо существует само по себе, независимо. Мы сейчас это объясним. Читья-динам-михартанам. Артанам означает, существуют разные объекты в мире. И то, из чего они сделаны, читья-динам. Шити означает земля. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Мы можем видеть объекты, которые нас окружают, и они сделаны из разных элементов. Какое отношение между этими элементами, составными элементами объекта, и объектом, самим по себе, другими словами, с тем представлением этого объекта, который вы имеете в уме. Вы говорите, вот бутылка. Правильно? Она существует сама по себе. Но знаете ли вы, что эта бутылка состоит из разных элементов? Там есть элемент земли, вероятно, воды. В объектах присутствуют все элементы в разных пропорциях. Итак, какое отношение между составляющими элементами и всем тем, что вы называете бутылкой, этой концепцией, которая у вас в уме, чая, этим ментальным представлением? Итак, как соотносится целое и его составляющие элементы? Нарад Риши сейчас один за одним отвергнет все варианты.
Сначала он сказал. На сангато. Это в третьей строчке. На сангато. Сангато означает совокупность. Совокупность означает, что составляющие элементы все находятся вместе, друг с другом, но они на самом деле не связаны. Подобно тому, как... Вы когда-нибудь видели лес? Вы видели лес, правда? Правда? В вашем уме у вас есть чая, ментальная концепция обо всем том, что вы называете лесом. Но когда вы попадаете туда, вы видите все эти отдельные деревья. Издалека вы думали, что это было что-то одно, лес. И у вас есть эта чая в уме, ментальная концепция. Но на самом деле, вообще-то это сангат. Это совокупность деревьев. Вы можете схватить одно дерево и выдернуть его. Вы выдернете дерево, куда-нибудь его унесете, но лес останется на своем месте. Итак, то, что вы называете лесом, это чая. Это просто ментальная концепция. Концепция в вашем уме. Итак, буддисты говорят, что ничто на самом деле не имеет значения. И видеть все вокруг как индивидуальные объекты тоже не имеет смысла, потому что все является чаей. Это просто совокупность разных элементов. Итак, теперь Нарад Муни говорит об этом применительно к нашему телу. Посмотрите на ваше тело. Мы уже обсудили, что мы не тело, мы душа. Итак, теперь тело становится основным кетра, основным полем, потому что душа является знающей полем. Итак, это тело является асангат, совокупностью элементов. Нарад Муни говорит, Нарасангато. Нет, это не совокупность, потому что если бы это было просто совокупностью элементов, тогда бы вы могли взять одну часть тела и удалить ее. Как, например, если вы вырвете одно дерево, но лес все равно останется на своем месте. Если кто-то поймает ваш палец и потянет, тогда все ваше тело потянется за палец. Поэтому тело не является сангат, совокупностью, подобно лесу. Тело — это не совокупность, не санга. Таким образом, мы можем отвергнуть идею буддиста. Например, буддисты говорят, что не существует такой вещи, как горшок. Это просто большое скопление атомов, организованных определенным образом и выполняющих функцию удержания жизни. Но это просто санга, совокупность. Если вы присмотрите поближе, то вы увидите, что они друг с другом не связаны. Как в случае с лесом. Но в отношении нашего тела мы не можем такого сказать. Потому что если вы возьмете какую-то часть тела и потянете, все тело потянется за этой частью. Поэтому здесь другое отношение, части и целого. Итак, Нарад Муни говорит, санга то викаро пи. Является ли тело викаром, соединением тем, что состоит из разных элементов? К примеру, в химии вы берете один элемент и другой, и вы их смешиваете, и это получается сложное вещество. И это сложное вещество будет новым веществом. Это уже не первый и не второй элемент, а смешавшись, они превратились в новый элемент. Итак, в школе логики Ньяй существует теория Арамбава, то, что элементы соединяются и образуют что-то новое. Итак, является ли тело целое чем-то новым, тем, что образуется в результате соединения элементов? Или же викара апи? Апи означает трансформация. Или же элементы не смешиваются друг с другом, остаются, как они были, трансформированы и образуют тело. Итак, Нарад Муни говорит, «На пританан витом риша». Нет. Это неправда. И чтобы подтвердить это, нам нужно проверить, какими являются отношения между частями тела и концепцией, которую вы имеете в уме, что ваше тело
является одним целым. Это та концепция, которой мы здесь бросаем вызов. Или скорее бросает вызов Нараду Муни, когда он обучает Юдхиштхира Махараджу. Вы думаете, я являюсь телом. Вот оно. Это нечто целое. Это индивидуальный, отдельный предмет, который существует сам по себе. Подобно этой бутылке или деревянной подставке под книгу, эти объекты существуют, и так мое тело тоже существует само по себе, и оно является одним целым. Эта ментальная концепция того, что тело является неким целым объектом, как это относится к составляющим элементам тела? Нарад Муни говорит, вам нужно задать вопрос, является ли это тело одним целым с его составляющими элементами? Или оно отличается от составляющих элементов? Сначала он говорит, Напритан. Нет. Напритан означает то, что оно не может отличаться от его составляющих элементов. Потому что если вы начнете убирать элементы из состава тела, вы не можете отделить их от целого. Вы не можете удалить какую-то его часть. Как ткань. Если у вас есть ткань, и вы спросите кого-то, нитка в ткани или ткань нитки? Вот кусочек ткани. Нитка есть в ткани или нет? Если нитка в ткани, тогда вытащите нитку, а ткань останется на месте, тогда вы можете нитку вставить обратно в ткань. Если вы вытащите нитку, то вы не можете ее вставить. Вот в чем заключается здесь значение слова «чая». У вас есть ментальная концепция одного целого, которое отличается от своих частей. Существуют части, а это целое является прибежищем своих частей. Но если вы удалите нитку, тогда не будет ткани. Поэтому это всего лишь ментальная концепция того, что это является одним целым, и что оно существует независимо от его частей. Итак, Напритан, мы не можем сказать, что тело является целым и существует независимо от его составных частей. Здесь мы все согласны, верно? Оно является просто совокупностью элементов. Но если целое не существует независимо от его частей, тогда целое должно существовать в своих частях. Например, ткань существует в нитке. Но проблема с этим заключается в следующем. Если целое существует в его частях, существует ли оно полностью в каждой части? Или существует лишь частично в каждой части? Итак, если эта концепция, которая у нас есть, то, что наше тело является независимым объектом и полностью представлено в каждой из его частей, тогда палец был бы целым телом. И увидеть палец было бы тем же самым, что увидеть все тело. Но это не так. Когда вы думаете, у нас есть эта концепция чая, то, что тело является целым, независимым, существующим само по себе объектом, и оно существует частично в каждой своей части. Но это тоже невозможно, потому что целое и части. Просто целое является целым, а часть является частями. И чтобы целое существовало в своих частях, потребовался бы еще целый ряд частей, которые не являются его составляющими. Это немного сложно. Да, повторите все сначала, пожалуйста. В вашем уме есть чая, ментальная концепция. Это тело, оно является целым объектом. Но вы знаете, что ваше тело состоит из элементов. Земля, вода, огонь, воздух и так далее. Это целое не является отличным. Тогда вы думаете, целое существует в своих частях. Но проблема здесь заключается в следующем. Существуют части, а целое является целым. Как же оно может существовать в своих частях? Единственный вариант для того, чтобы целое существовало в своих частях, это если бы целое имело еще дополнительный набор частей, которые не входят в его состав, для того, чтобы оно
существовало в этих частях, проникало в них. Тогда возникает вопрос, как соотносятся те части, которые не входят в состав целого и само целое? Затем являются ли они одним или они отличны от него? Тогда вы можете взять еще дополнительных частей, которые не входят в состав. А как эти части соотносятся с целым? И это уже превращается в бесконечную регрессию. Это немножко сложно. Нам нужно все это внимательно послушать и поразмышлять об этом. Тогда вы поймете. Итак, здесь Нарад Риши говорит, мы только что с вами доказали, что не существует тело как целое, что это чая, ложная концепция. То, что тело является одним целым. Это невозможно. В предыдущем стихе были слова «Дургататват Айндриякам» относительно объектов, которые мы видим в этом мире, и с нашим собственным телом, мы не можем логически доказать то, что они являются отдельными независимыми единицами. У них есть части, и это не санга. Мы доказали, что это не может быть санга, совокупностью. Тут есть еще одна сложность. Так, ну допустим, что целое — это просто проекция нашего ума. Как мы приводили пример с тканью. Ткань — это всего лишь нитки, но у нас есть идея о том, что это ткань. А наше тело, как целая независимая единица, это просто идея, представление. Вчера вы узнали, что вы не тело. А сегодня вы узнали, что даже тело не является телом. Итак, эта идея, что ваше тело является целым, независимым объектом, это всего лишь чая, викалпита. Это просто идея у вас в уме. Например, Кришна дает еще другие примеры этому в 11-й песне. Он говорит, что это подобно созерцанию огня. Вы говорите, вот пламя. Но вообще-то пламя — это тысячи и тысячи реакций, происходящих в этот момент, очень быстро. Но кажется, что пламя имеет некоторую постоянную форму. И вы говорите, это пламя. Но в каждую отдельно взятую секунду, когда вы показываете на пламя, оно не то же самое пламя. И еще Кришна приводит другой пример. Человек показывает и говорит, это река. Где та река, о которой вы говорите? Даже греческий философ Гераклит известен своим высказыванием, что человек никогда не может войти в одну реку дважды. На самом деле, над горами идет дождь, эта вода течет. И в каждую секунду, давайте скажем, что в воде есть атомы. Итак, разные атомы воды проходят мимо нас. Так где же та река, о которой вы говорите? Это всего лишь чая. Это всего лишь концепция в уме. Итак, тело является такой же концепцией. Но в каждую секунду внутрь поступает еда, что-то выходит из тела. Все меняется, движется. Итак, человек никогда не может войти в ту самую реку дважды. Идея реки сама по себе является чая, ложной концепцией в уме. Итак, вы не только не являетесь телом, и чувствами. Не существует тела самого по себе. Потому что это всего лишь поток элементов, плотное тело. Где оно? Где та одна вещь, у которой стабильное существование? Но здесь мы говорим о том, что даже элементы, из которых состоит тело, также мы не можем сказать, что они существуют сами по себе. Первым шагом мы показали, что у нас в уме есть концепция чая, о том, что тело является независимым, существующим само по себе целым. Но при более близком рассмотрении мы увидим, что это все является чаем, викалпитой, воображением. Все, что у нас есть, это части, а это элементы. Земля, вода, воздух, эфир и огонь. У вас просто есть части. Итак, вы согласны со мной? Целое существует в вашем уме, но на самом деле есть только части. Теперь возникает следующая проблема. Что эти части, рассмотрите одну часть, часть сама по себе является целым по отношению к своим частям. Теперь переварите все это. Ну что, кто-нибудь еще хочет, чтобы я еще раз повторила это предложение? Итак, в следующем стихе Нарад Муни говорит.
Хорошо, у вас есть чая, идея в уме, что это тело является одним целым. Но рассмотрев эту идею поближе, вы увидели, что целое существует только в вашем уме. И на самом деле у вас есть только эти части. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Но если вы посмотрите на каждую часть отдельно, каждая часть сама по себе является целым по отношению к своим частям. Как, например, Земля состоит из атомов. В соответствии со школами логики Ньяя и Вайшешика, она состоит из атомов. В соответствии с философской системой Санкхья, элемент Земли состоит из танматр. Вы знаете, пять танматр, тонких первоэлементов, звук, осязаемость, форма, звук и запах. Их сочетание дает элемент Земли. Но в любом случае у вас остается проблема, то целое все равно было только чай, ложной концепцией в уме. Но это только части. Но если вы рассмотрите части, части соотносятся со своими частями. И это тоже исчезает. Нарадмуни говорит, «Навритан надвитом риша». Риша означает ложный. Идея того, что что-то является независимым, индивидуальным. Это всего лишь чая в вашем уме. И существуют только части. Но когда вы рассматриваете части по отдельности, они являются целым по отношению к своим частям. И это тоже неверно. Тогда возникает вопрос, что же тогда реально? Что существует? Ответ на это – из этого следует следующий вывод. То, что кажется, когда есть впечатление, что что-то является отдельной единицей и существует само по себе, это на самом деле васту, параматма. Объекты, существующие сами по себе, не существуют. Они являются частями, и они соотносятся со своими частями, и так далее. И так мы можем добраться до атома. Концепция атома тоже была создана нашим умом. Авидья майя калпитасте. Шримад Бхагаватам также говорит, то, что атомы существуют, это всего лишь концепция в уме. А что на самом деле существует, это параматма. Шримад Бхагаватам говорится, параматма входит посредством своей кала-шакти, энергии времени, материальные элементы и трансформирует их, чтобы проявить все формы. А формы подобны тени. И васту – это параматма. И вы помните, что если вы смотрите на мир и думаете, «О, это этот человек, а это тот человек, этот стол», то вы как ребенок, который смотрит на отражение на стене и думает, «О, это существует само по себе». И когда сознание очищается, тогда вы осознаете, что причиной всех форм, тем, что находится за всем, что мы видим, есть только один васту, который является изначальным васту, является неделимым, у которого нет частей и целого. Он аканда, адвая, татва. И все это параматма, все, что есть. Итак, давайте проведем опыт, чтобы помочь вам это все осознать. В Чатуршлоке Бхагаватам, в первом стихе, Кришна говорит, до начала творения, до возникновения причины творения, только я существовал, говорит Кришна. И в конце, когда Вселенная разрушается, только я существую. И между этими элементами тоже только я существую. Это первый стих в Чатуршлоке Бхагаватам. Дает нам Самбандха Гьяну, знание о своем отношении. Попытайтесь себе представить это на минуту. Закройте глаза на некоторое время. Теперь найдите
ваше ощущение себя, отделите его от тела и ума и сосредоточьтесь просто в себе, на своей душе. Вы духовное создание, у вас нет тела, вы просто атма, душа. Теперь, до создания, говорит Кришна, только я существовал. Итак, сейчас существуете только вы и Кришна. Нет никакого мироздания. Тогда Шри Кришна в форме параматмы входит в свой потенциал Пракрити. Это потенциальная энергия, которая не имеет формы. Но под влиянием Кала-шакти, энергии времени, параматма входит в Пракрити и заставляет эту потенциальную энергию трансформироваться. И таким образом, все, что мы видим, это формы параматмы. И параматма становится планетами, землей, всем, что есть на Земле, становится всеми людьми, всеми телами, включая всех вокруг вас и даже ваше тело. Параматма стала всем. Теперь вы, как душа, атма, вы входите в одно из этих тел. И теперь вы заявляете, это тело мое. Например, вы можете поехать в какой-то город, где много высоких зданий, и вы можете в одном здании походить по лестнице, выглянуть в окошко, увидеть все остальные дома. И так вы смотрите на этот город из окна одного из этих зданий. Но вы можете спуститься, выйти из этого здания и пойти посмотреть с другого. Вас ничто не связывает ни с одним из этих зданий. Ни одно из них не является вами или кем-то еще. Таким же образом, параматма заставляет материальную энергию трансформироваться. И все, что существует, это форма параматмы. Вследствие вашей кармы вы вошли в одну из этих форм, и вы сейчас смотрите с перспективы этой формы. Но форма принадлежит параматме, она не ваша. Он изначальный владелец этой формы. А вы здесь просто на какое-то время, и вы смотрите на мир с перспективы этой формы. Но форма принадлежит ему. Ладно, откройте глаза теперь. Итак, вообще-то то, что вы сейчас увидели, это то, о чем я вам рассказывала сейчас. Это не было каким-то экспериментом с мыслями или чем-то в таком роде. Это было то, что вы видите сейчас. Итак, Шри Кришна сказал в Бхагавад-гите, Бахунам джанманам анте гьянавам мам прападьяте васудева сарвамити са махатма судурлабаха. После многих рождений и смертей, когда человек, наконец, получает гьяну, знание, он больше не мудра, он не брам, у него больше нет иллюзий, он предается мне. И какое знание он получает? Васудева сарвамити. Существует кетрагьян, знающий, душа, и есть поле. Но это поле, все, что мы воспринимаем, является формами Васудева Сарвамити. Не все поймут это. Самахатма Судур Лабаха. Такая великая душа встречается очень-очень редко. Итак, мы завершаем наше обсуждение этой темы, что означает быть брам в иллюзии относительно себя и мира. Когда вы услышали это знание, вы должны постараться жить в соответствии с ним. И постепенно, благодаря вашей садхане и тому, что вы служите Гуру, служите Вайшнавам, воспеваете святые имена, это знание проявится само по себе в результате бхакти. И Нарад Муни и остальные мудрецы описывают его в Шримад Бхагаватам, чтобы подтвердить, чтобы помочь вам утвердиться в бхакти. Таким образом, когда вы начинаете следовать практике бхакти, вы начинаете видеть мир совсем иначе. Это не потому, что вы сходите с ума. Когда Чайтанья Махапрабху вернулся из Гайи, он сказал, я сошел с ума. Но когда бхакти проявляет это божественное знание, вы на самом деле не сходите с ума. Итак, Нарада Муни подробно объясняет, в чем состоит это знание? В Шримад Бхагаватам. So, you can
И это открывает дверь ко многим другим татвам, учениям. Давайте посмотрим, сколько времени. Если у нас есть время, то я хотел бы поговорить еще об одной татве. Хорошо, еще одна небольшая татва. Все успевают следовать за ходом лекции? Некоторые из вас уже вспотели. Я надеюсь, что когда вы откроете глаза, ваши глаза по-настоящему откроются. Итак, вы можете открыть последний стих. Тогда Нарада Муни говорит. Нарада Муни предвкушает вопрос. И вопрос, которого он ожидает, следующий. Юдхиштхира говорит ему: «О, Нарада, вы только что сказали, что все формы вокруг меня, все являются формами параматмы. Но мы видим, что одна форма — это Брахман, а другая — кшатрия. А Брахманы и кшатрии имеют види и нишет, правила и предписания, которым они следуют в своей жизни. И если они их соблюдают, они получают плоды своей благочестивой жизни. А если они не следуют этим правилам и предписаниям, они получают результаты неблагочестивой жизни». Но если все эти формы, которые мы видим повсюду, являются формами параматмы, как может Бог, который находится вне дуальности, тоже попадать под действие этих правил и предписаний и испытывать на себе следствия их соблюдения или несоблюдения? Все понимают? Я объясню ответ, но сначала вам нужно понять, в чем заключался вопрос. Все поняли вопрос? Я повторю его еще раз. Из предыдущих стихов мы узнали, что все формы вокруг нас, тела и все остальное, являются телами параматмы. Мы видим, один человек является кшатрием, другой — брахман, кто-то вайшья — торговец, брахмачари, саньяси. В варнашрамадхарме есть види и нишет — правила и запреты, которые нужно соблюдать. Итак, если вы будете следовать этим правилам, вы получаете благочестие. А если вы нарушаете правила, то вы ведете неблагочестивую жизнь, и возникает реакция, хорошая или плохая. Итак, если все формы являются формами параматмы, то как может Бог, который является не дуальным, адвая и трансцендентным, как он может подчиняться этим правилам и предписаниям дуальности? Как может параматма подчиняться правилам и предписаниям этого мира? Например, некоторые люди говорят: «Я могу поклоняться Господу Раме, потому что Он очень хорошо себя вел, но не Кришне. Поведение у Кришны не очень хорошее. Как же Он мог танцевать с чужими женами среди ночи?» Но они не понимают тот факт, что Бог вне дуальности, и Он не подчиняется правилам и предписаниям этого мира. И нравственные правила этого мира просто неприменимы к Богу. Но теперь вы говорите, что все эти формы являются формами параматмы. И как же могут эти правила и предписания применяться к параматме? Нарада Муни дает здесь ответ. Он говорит: Сядца дрыша брамастават, викалпе исати вастунаха, джаград свапо ята свапне, тата види нишейдатаха. Он сказал, пока душа, которая находится в этом теле, имеет садрыша брам, садрыша. Это означает видеть что-то, как чая, как мы с вами обсуждали, имеет концепцию в уме одной индивидуальной формы. Вообще-то в санскрите существует термин для этого. Это называется айкья-будхи.
Будхи означает сознание, осознанность, айкья, одного отдельного объекта, как, например, река или пламя. Когда у нас есть айкья Будхи, мы считаем, что существует отдельный, существующий сам по себе предмет. И когда у вас есть этот айкья Будхи, и вы считаете, что это один, и еще один, и еще отдельный объект, существующий сам по себе, то вы думаете, что он называется сватантра-сатаяха, что существует множество форм, существующих самих по себе. Эта форма существует сама по себе, и да, и еще одна. Не существует множество форм. Существует только одно – параматма. Существует материальная энергия. Параматма входит в нее, вызывает ее трансформации. И то, что кажется множеством форм, существующих самих по себе, это только одна форма – параматма, которая вызывает проявление того, что нам кажется множеством форм, существующих сами по себе в материальной энергии. Это называется сватантра-сатая. Мы видим мир таким образом. А когда у человека появляется дришти, видим, что все является отдельными, существующими сами по себе формами, это называется садришья-брама. Тават означает «пока». Пока джива в этом теле имеет вот этот садришья-брам, видит индивидуальные формы, которые существуют сами по себе, пока это викальпа, викальпа сади вастуна, из-за действия викальпы он думает, что все является вастуной, истиной. Татха види нишедата. For that amount of time, на это время правила и предписания применимы к этому телу. Вы понимаете? So, as long as пока у вас есть вот этот садришья-брам, вы не видите, что все вокруг является параматмой, то правила предписания, несмотря на то, что это тело является одной из форм параматмы, все равно эти правила и предписания действуют на этого человека. И хотя параматма сама по себе никогда не пребывает в дуальности, и как же получается так, что параматма никогда не бывает в дуальности, в косвенности? Но тот человек, которого сопровождает параматма, он находится в дуальности, объясняется в третьей строчке. Джаград свапау ядха свапней. Это означает, свапне означает во сне. Итак, во сне джаград свапау. Существует состояние пробуждения и сна. Итак, что это означает? Это означает следующее. Представьте себе, что вы спите и видите сон, но в вашем сне иногда вы видите, что вы проснулись, а иногда, что вы спите. Вы понимаете? Вы спите, но в этом сне сначала вам снилось, что вы ходили, потом вам снилось, что вы отдыхали, а потом то, что вы проснулись. Но это все было во сне, и вы лежите в кровати. Но в вашем сне вы находитесь где-то еще. И в этом каком-то другом месте иногда вы спите, иногда вы пробуждены. Параматма видит это. Как человек, как другой человек смотрел бы на вас. Параматма видит, о, он спит. Но вы думаете, я сейчас пробужден. Иногда я пробужден, иногда я сплю. Итак, для вас есть дуальность, двойственность. Но для параматмы нет двойственности. Например, если вы видите, что кто-то спит, вы думаете, он спит. Но для человека, который спит, он думает, иногда я пробужден, иногда я сплю. Он пребывает в этой двойственности. Подобным образом, для параматмы не существует двойственности. А для обусловленной души, у которой есть садришья-брама, видение, вокруг него есть отдельные, существующие сами по себе предметы,
Пока у него сохраняется это видение, он пребывает в двойственности. И эти правила и предписания шастр применимы к нему. А что бы произошло, если бы эта душа освободилась от этого сад Кришни Абрам? Кришна сказал в Бхагавад-гите, для того, кто видит меня во всем, видит все во мне, я никогда для него не потерян, и он никогда не потерян для меня. Итак, что происходит, когда человек становится таким? Он освобождается от Сад-Дрешьи Абрам. Этот человек уже больше не подчиняется этим правилам предписания. Человек, который освободился от двойственности, свободен от брам в отношении себя и от сад-дриши брам в отношении своего тела и других объектов мира. И он больше не подчиняется правилам и предписаниям. Итак, как уже говорилось, Атмарамас Чумуна Йо Нирганта. Что означает Нирганта? Свободный от узла ложного эго. Это одно значение. И голос из зала. Свободный от Нирганты. Правило предписания этого мира. Да, верно. Гранта означает, все писания являются грантами. Когда человек освобождается от этого брама, он становится Атмарамас Чумуна Йо Нирганта. Он больше не связан с правилами, предписаниями, установленными в Священном Писании. Давайте посмотрим на это таким образом. Тело. Кому принадлежит тело? Это форма Параматмы. Но Параматма будет управлять этим телом таким образом, что оно будет подчиняться правилам предписаний до тех пор, пока душа сият Сад-Дрешьи Абрама Стара. Пока эта душа имеет Сад-Дрешьи Абрама, восприятие отдельных объектов повсюду. Итак, если этот человек освобождается от этого Сад-Дрешьи Абрама, от иллюзий, то это тело, которое является одной из форм параматмы, больше не действует или, скорее, не разрешает этой душе действовать под контролем правил и предписаний. Теперь параматма сам, это тело уже не действует как обусловленная душа. Теперь это тело является прямым проявлением в этом мире параматмы. Jive sakshat nahi tati guru cheche rupe shiksho guru hoi krishna mahanta swarupe. Кришна сказал, хотя обусловленная душа не видит параматму в своем сердце, чтобы помочь такому человеку, Кришна приходит во форме внешней по отношению к его телу, в форме Шри Гуру. Наиворпаятча патитим кавайаставеша Брамаюша прикутабрита будас палантам антабахистанубритам машубам бидуням ачарья чейта вапаса свагатин бьянапти. Удабджи, he said, он говорит, о Кришна, the great великие поэты трансценденталисты не могут выразить ту степень своей благодарности тебе, даже если они будут прославлять тебя всю жизнь Господа Брамы, миллионы лет. Почему? Потому что ты так добр, что ты появляешься в двух формах. Ты предстаешь перед человеком в двух формах, чтобы помочь ему преодолеть все препятствия внутри и снаружи. Внутри в качестве антарьями параматма и внешне как ачарья, учитель. Навасуета кайчит, наматья буддья суета,
Sarvadeva, моё гуру. Кришна сказал, я являюсь Ачарьей, учителем. Таким образом, потому что абсолютная правда является абсолютной, когда вы осознаете одну часть, один аспект таттвы, то все остальные таттвы начинают проявляться. Таким образом, поняв природу Брама, удалив Брам заблуждение относительно себя и мира, человек осознает присутствие Параматмы повсюду, и он больше уже не подчиняется предписаниям и правилам этого мира. Тела обычных людей подчиняются этим законам, но тот, кто стал просветленным, уже больше не подчиняется, и он становится внешним проявлением Параматмы в вашем сердце. А это Шри Гуру или чистые вайшнавы. Таким образом, Нарад Риши описывает очень красиво полное разрушение телесной концепции жизни и закладывает основу для истинного понимания Гуру Таттвы. Может показаться, как будто вы сходите с ума, но на самом деле все остальные сошли с ума. Только преданные здравому уму. Не скатывайтесь в старое стереотипное мышление. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramansam Eka Paramam Jnanam Param Giyate Tatra Jnana Viraga Bhakti Saitam Naiskamyam Abhiskritam Tat Srinvan Supatam Vitarna Paro Bhaktya Vimuchanara Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Perfect. Это совершенная, безупречная Пурана. Она очень дорога вайшнавам. Она содержит гьяну, знание Парамахамс. И его нужно слушать, повторять. И нужно размышлять по поводу этого знания, чтобы вы могли смотреть на все через призму Шримад Бхагавата. Тогда бхакти придет, и вы получите освобождение от этого материального существования и отправитесь на Голоку Вриндаван.